Давай, сейчас я помну немножко. Пустачка уже случилась. Охренеть. Что я под водой, как в текстурках? Я в текстурке провалился. Я из тачки вышел. Я в текстурке провалился. Вы же давно знаете, что ты делаешь. Я ничего не вижу. Всем здорово, дорогие друзья, с вами Кузака и Гарвин, и мы сегодня в роли нигеров. Всем салют, дорогие друзья. А, да, это у нас что? И что? Это мы у нас собаки вторые, да? Да, а, да. А, что, залезай? Давай, залезу. А кто его поведет, собственно, тогда? А я, смотри, сейчас. А, типа ты сможешь как-то на нем ездить? Оба! А, ты его, охренеть, какой ты у нас продвинутый парень. Все нормально, что, куда едем, братан? Давай куда-нибудь там в магазин, а то я какой-то давай. Одетый вообще. Приехал только, да? Да-да-да, приехал там с моря. Опа, тихо. Да, жарко народ, просто народ. Было. Здесь всего лишь плюс 60, а там плюс 100 было. Ну, не суть. Так, давай. Сейчас поставим, короче, меточку на магазин и помчимся на нашей супертачке. А там нельзя телепортнуться никак, там, не знаю. А, кстати, можно, подожди, давай нажмем. Давай. Видишь? А, вот, переместиться, все, давай в ломбард. Я не знаю, куда телепортнуться. В одну точку. А, да? Да. Ну, должен. Хорошо. Сейчас ты в одну, я в другую, будет прикольно совсем. Отлично. Гарвин, ты здесь? Где так, я? Так, чувак. Ты, походу мы в разных местах. Хорошо. Перевестились так. Так. А, ты в магазин, да, все правильно, сейчас я к тебе. Давай. Так, секундочку. О, кто-то около меня появился, исчез. Прикольно. Так, я пока что буду переодеваться здесь побыстрее. Да, давай, сменим прикид. Хорошо. Нифига, ты еще и лысый. Я лысый? В смысле, да, лысый, я не лысый. Я нормальный. Так, нужно как-то одеться по-нормальному. Привлекательно. Ну-ка. Сейчас. Привлекательно, говоришь. О, а вот это у нас. Я тут шматье нашел. Да я как-нибудь сейчас более Мы же сегодня будем еще паркурить по зданиям, так что я одену что-то более такое подвижное. Свободно. Все, так, почти готово. Или вот такое одеть. О! Все, сейчас все будет. Давай, леопардовый, ну вот. О, вообще, по моде пошли. Ну, у меня только одна сумочка, больше другой нет. Да, это нормально. Все, я готов. Все, поехали. Давай, поехали. Опа, так, ну что, выходим? А, вот так нужно быстро бегать. Я не знаю. Да, на шиф. Блин. Еще только начинаем играть, ребят, поэтому все дела. Да, все дела. А, знаешь, что мне еще нравится? Здесь же есть колоссы, их можно подрывать очень легко. Смотри, как можно, смотри, где тут машина? Нужно найти машину. Что ты прям такой итальяну. Смотри, так. Опа. А что ты хочешь? Че, откуда у тебя такие способности? Как ты это делаешь? Да я просто немного поиграл. Да, давай, за нами сейчас копай. Смотри, наркоманский бобик, поехали отсюда. Еее, так, а куда едем? Сюда можно проехать? Можно. Без разницы, главное от копов. Да. Так, ну если я прокачал только оружие, так, куда залезем? Так, да без разницы, можно... Я хочу куда-нибудь сейчас залезть, на большое здание, туда спрыгнуть, типа, жизнь окончена, все дела. Так, давай я его сейчас подрежу. Вэш! Смотри, берем так. Вау, вот это отлично. Оба! Ты серьезно? Смотри. Направо. Опа! Она ничего не делает, у нас бобик очень прикольный. Так, сейчас еще будет дрифт. Охренеть, просто фреш обзавидуется. Просто сан-франциский дрифт. Так, а где здесь колосс? Нет, что ли, колоссов? Опа, у меня кончилась зарядка, блин. На телефончике. На телефончике, так. Блин, нужно куда-то залезть. Нужно этих копов скинуть. Надо сначала, от копов реально. Да. Надо куда-нибудь в поворот. Да, в переулок. Сейчас, мы почти удрали. Правда, они еще за нами, но мы почти. Давай направо резко. Хорошо. Я просто назад смотрел такой. Так, я что-нибудь могу еще делать со своим персонажем, кроме того, как водить машину, нет? Так, подожди, мы можем еще, получается, у нас буква F высадится, если мы сможем подорвать копов. Да. Ну, это моменты. Сейчас, здесь нигде нельзя спрятаться, пожарная тачка, нет. Смотри, берем такие, опа. Что делаем? Ладно, я пока что врезался. Может, убежим просто, давай убежим, кстати. Мне так кажется, будет быстрее. Погоня от копов, погнали. Давай. Опа, вот и копы. Давай, быстрее, Гарвин. Убежим, все, будет хорошо. Ой, они прям сзади. Да нормально, все. Так, там какая-то камера еще. Блин, а здесь негде бежать, мы же в городе, блин, вот это очень. Да, надо буквально залезть, блин, там. Сейчас возьмем. Давай налево резко, налево. Куда налево? Сюда вот? Машинка. Ой, меня чуть не сбила машина насмерть. Ну ничего страшного. О, поехали на этой штуке, быстро. Садись. Давай. Блин, за нами здесь вертолет, и мы бежим, прогуливаемся. Просто даже без тачки, без всего. Да, нормально. Йоу, стреляют. А вот первый паркур пошел.
Так, хорошо. Тихо. Так, а о, смотри, там? Аккуратно. Оба. Сейчас. О, я что-то подорвал там, отлично. Хорошо. Побили. Нам бы где-нибудь, ну, мы за затишье сесть. Ну вот здесь затишье, под елочку нужно. А, за мной машина едет, блин. Оба прямо здесь едут, пока. Да-да-да, а ты куда там убежал? А, вот сюда. А вот, погнали в тачку, сядем, сейчас я за руль возьму ее. А вот, инкассатор. Сейчас. А вот, смотри, быстро какая-то, быстро. Это инкассатор, нам инкассатор нужен как раз. Давай. Думаешь, все. Это? Тихо, меня копы. В инкассаторе сзади. Все будет отлично. Поехали, за мной, видишь меня, так? Давай, сейчас тебя помну немножко. Что-то с тачкой уже случилось. Охренеть. Я же говорю, это инкассатор, он. Опа, слушай, у меня что-то мало. Я умер, что ли? Да, ты умер. Я умер. Ты прикол. Вот это дно. Ё-моё. А инкассатору ничего вообще нету. Сейчас, где ты? Сейчас я к тебе прибегу. Давай, я сейчас разверну здесь. Мне такие, а ну тормози, а мне соседи свернули, так что. Вот просто как не вовремя. Вовремя. Такой сажусь сюда. Я чуть себя не задавил, правда, окей. Давай, мне 4 звезды. Садись, 4 звезды. Последнюю секунду успел хай. Ой, Гарвин, хайпер. Ну короче, просто едь прямо, просто прямо вот. Прямо. Куда уедем, куда уедем. А ты можешь ускорить нашу машину? Не, в нашем не могу. Нет. Я, конечно, ни на что не намекаю, да, чересчур. Блин, мне кажется, мы сегодня запишем. Да, смотри, это еще прям надо мной. Давай. Вот, все. Опа, копы нас подрезают, тут нормально. Так, раз. Давай налево, направо. Йоу, погнали на яхту. Слушай, а я в текстурке... Ты что, плаваешь? А я, да, провалился? Ой, тут копы приехали! Стой! Что, я под водой, как в текстурках? Я в текстурке провалился. Лол, а я выплыл. Я из тачки вышел. Я в текстурке провалился! Вы что, что ты делаешь? Я ничего не вижу. Что? У меня бывают копы еще на лодке. Союзник обнаружили, а я... Все, я переместился куда-то на базар. Отлично, вот. Здорово. Соседи, так, ну что, а вот, кстати, смотри, какой домик. Все отлично. Где домик? Куда взлетим? Взлетим. Вот здесь можно, мне кажется, залезть. Смотри, там какая-то башня вот руферская стоит. Видишь вот отсюда? Вот отсюда? Да, там какая-то такая башня с такими арками еще. Видишь? А ты придумал, что в очках? Скорее всего. Так, ну сейчас направо поворачивай, так, башню попробуй. Это не та башня. Так, теперь мне нужно как-то переключить. Все, переключил лесо, отлично. Где эта башня? Чёртова. Вот там направо, по идее, да. Направо, налево. Мы сейчас направо. Прямо и направо. Давай ты. Право и лево. Сейчас очень сложно. Так, ладно. Поехали, сейчас. Я где-то примерно вот направо сейчас надо будет повернуть. Направо? Давай направо поворачивай. А вот и башня вон слева. Все, отлично, можешь сейчас залезть. Ну, по-моему, я туда пробовал залезать, там как-то так, знаешь, на половинку даже не залезешь. Ну, прикольно, что. Хотя бы на половинку не залезешь. Залезешь, точнее. Так, о, сейчас трамплин будет, отлично. Я почти жив. Конечно. Так, отлично. Что, погнали? Ладно. Так, смотри, опа, строечка вот здесь. Сейчас, подожди. Вот, друзья, строечка, да. Да, строечка. Так, нормально. Так, да, залазим. Все это, типа, наполовину залезли? По-моему, это все. По-моему, это все серьезно. Ради этого мы сюда ехали. А, вот есть паркур. Не, здесь паркур вообще обалденный. Подожди, а если я использую... А, нет, не получается почему-то. А, вот, смотри, квадрокоптер, видишь его? Да, где? Че? У тебя квадрокоптер есть. Да. Слышь, у меня просто какая-то двухколесная хрень есть только. Так, а да, хотя я сам вижу, как и ехать, так что все нормально. Но это не тот мост, правда. Просто, ну. Это не тот мост, который я хотел. Там просто другой мост с балками такими, на которые вот реально просто залезть. Охренеть, какой-то радио! Офигеть! Ё-моё, у нас колеса нет, по-моему. Че вы делаете? Так, ты можешь... У меня зарядка кончилась. А, нет. Зарядка кончилась. Так подзаряди ее. Так, ладно. Почти подъехали. Вот он, давай попробуем на этот мост залезть сейчас. А как мы на него залезем только, я что-то боюсь. Вот. Что-то я хз. А может там лестница есть? Тогда мы будем первый раз открывать. Ну, может быть, кстати. А мы почти ушли. Подожди-ка. Мы почти ушли. О, у меня GTA зависла. Сейчас вошток. Почти это GTA, да. А, вот, зависла. А, вот, все нормально. Так, давай попробуем как-то сюда вскарабкаться, я не знаю. Так, сейчас. Так, блин, походу у нас копы тут. Ничего страшного, пофиг на них. Так. Блин, они стреляют, ой, собаки! Стой, я упал! Я с моста падаю! Да ну, все? Я упал с моста, ну, по идее... Пора бежать.
I don't know, А может там есть, вот по этой вот штуке сейчас, может заберемся как-нибудь, нет? Сейчас. Покорители мостов. Че, дверь нельзя открыть? Вашего напарника атакуют. Блин, а. Полиция вас атакует. Ты подожди, сейчас мне кажется получится. Давай. Мне есть идея, мне есть идея, как надо тачку подогнать сюда. Да. Самая простая идея. Так, опа, не мешайся. Не мешайся так. Так, сейчас проверим. Да, все верно. Слушай. А, ты смог залезть? Это закрытая зона, чувак. Раз. А, ну и пофиг. Мы всегда закрыты. Ну мы сейчас. Так. А сюда можно залезть? Там надо пробраться сюда. Ой, там эти охранники всякие ходят. Да ладно, мы сейчас их это... Давай по стелсу, че, оп. Сальтушку. Давай по стелсу, сейчас пистолет только достану. Стелс. Так, сейчас у меня прокачана стрельба, я сейчас могу их застрелить. Мы ее берем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Просто беру на всех на глаза. Когда мы проходим по стелсу. Сейчас еще одного убью, да. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Они все. Смотри. На тебе. Ё-мо. Собака. Разбирайся сам. Разбирайся сам, Вов. Так, до свидания. Так, да все нормально. По стелсу проходим. Воу, по баночкам. Так, я сейчас камеру посмотрю, и нет, ничего интересного нет. Никакой голой нету. Так, опа, по вот прям точно. Все по нашему заказу. Да. Ну вот постелсу прошли. По-моему, нет. Нормально. Почти постелсу. Да полностью постелсу, нормально. Так, а что, больше некуда идти? Нам как-то сюда... А вот там вот можно... Блин, что, не залезть? Вот здесь вот сейчас. От этого болтика. Давай попробуем. Нет, невозможно. По крышам бегаем. Блин, плохо-то как. Да? О, все, мне кажется, мы сюда сейчас заберемся на байке, вот точно. Тихо. Да, по встречной полосе мы же едем, вот это плохо. Слушай, а да, мы сможем забраться, да? Мне кажется, реально. Да! Так. Охренеть! Друзья! Да! Моя идея сейчас работает! Почему я не смог? Почему я не могу? Так. Тихо, только не сползи. А, во! Так, а как здесь идти поаккуратному по стелсу? Никак, тут только. Погиб, ё-моё! Так, спокойно. Фух, как опасно. Я прошел так, пару шагов всего лишь, дорогие друзья. Так, смотри. Теперь идем сюда. А это так... И забор. Так, ладно, сейчас я пройду. Я уверен в этом. Так, давай как-то поменяемся, что ли? На РТ нажми просто там. Ой, точнее, прыжок, нет? Да вот именно, что не прыжок. Там, видишь, я вот нажимаю пробел. Ну, как и... плохо, то, ладно, я пошел. Так, я на мост запрыгнул. Ой, ты опять под мостом появился. Вот это самое. Гарвин, здорово. Йоу, щучка. Ой, а я погиб все-таки, да? Ты даже не долетел до основания. Во, видишь, там лестница такая. Лестница, давай попробуем. Давай. О, реально, слушай, да, охренеть. Ой, просто через текстурку так... Так, наверх тогда. Так, поехали. Так, ты наверх ползёшь? Давай, да. Вроде пока что не разучился ползать. А, здесь ничего... А, нет. Охренеть! О, наверх, мост. Все, поплыли. Да, мы все же смогли на этот мост залезть, дорогие друзья, да. Да. Так, поехали. Ну, практически. Просто отлично. Мы смогли! Просто красавец! Боже мой! Мы сегодня вообще никуда не можем залезть, показать вам руф, ничего не можем сделать. Боже мой! О, здесь внизу что-то есть! Охренеть! Даже внизу, говоришь? Да! Давай-ка залезем. Здесь с него можно спрыгнуть хотя бы. Вау, нифига себе. Да, и все. Смотри, какая-то чувиха здесь стоит. Да. Йоу, привет. Сейчас, давай, может, ее убьем просто-напросто. Она мне не нравится. Ой, давай, я промазал. Как это было промазать? Че-то здесь тоже ничего интересного нету. Че-то тоже просто под мостом ребята походили. Да. Ну что, залезаем наверх, едем дальше. Да, едем дальше, изучайте нашу карту Watch Dogs 2. Окей. Так. Я просто не могу. Как хорошо мосты дошли. Так.
Блин, ой. О, ну что, вот и порт, ребята. Да, я предлагаю на корабль сейчас лезть, там попаркурить вот по этим контейнерам. Или вообще вот на этот кран залезть. Ну там ничего интересного не будет. Давай, давай, сейчас что-нибудь проверим. Во, я вижу лестницу на корабль. А, вон, вот. Давай, давай, сейчас заползем и все. Побежали. Сейчас побегаем, посмотрим. Только это закрытая зона, наверное. А, там, кстати, да-да-да. А здесь можно как-то пролезть? Ребятишки. Нет, в дырочку нельзя пролезть. Хорошо. Побежали. Так, ну чё, сразу... А, тут еще во-во-во, лестница, правда? Вижу лестницу. Отлично. Сейчас мы так незаметно здесь пройдем. Просто охраняемая зона, нужно как-то здесь что-то отбегать. Опа, здесь мы, по-моему, не залезем. Ты чё, не залезаешь? Окей, хорошо. А, тут нельзя залезть, так, пойдем. Юнга, я понял тебя. Так, а здесь не залезешь нигде. Хорошо, хорошо, так, хорошо. Так, так, а здесь чё? О, здесь чё, тоже не залезешь? Да ты чё? Да что такое, здесь тоже не залезешь? А давай внизу попаркурим еще. Может здесь есть? Так, мы даже не начали паркурить, а я называю это паркуром. Вау! А мы вернулись туда же, откуда пришли. Просто такой обширный корабль. Как контейнером? А, о, смотри. А, блин. По второму кругу идем. Куда ты? Союзника обнаружили. Ё-моё. Придется, ребята, так, все, я в защите, меня не убьют. Ха-ха-ха. Так, ну что, надо сматываться отсюда куда? Да, нужно сматываться, все, сматываю. Ё-моё! Ой, я правда пострадал чуть-чуть, окей. Я прыгаю, просто прыгаю. Я тоже прыгнул, все отлично, Гарн. Так, и куда? Так, давай. Так, о, я в воду! Серьезно? Так, а как сюда залезть? Как сюда залезть? Как сюда залезть? Сюда никак не залезешь? Смотри, смотри, вот контейнер. Так, а на корабль что, никак не слезешь больше? И как нам туда пролезть? Походу, да. А, можно вроде, нет? Блин, они стреляют по нам, атакуют, козлы. Так, отлично, отлично, отлично. Паркурим, паркурим, паркурим. Так, с отсюда вылетаем. Че так, не получилось пропаркурить как надо. Отлично, так, хорошо. Хорошо, Гарн, куда держим путь? Сам не знаешь, куда, да? Вроде все, да. Вроде все, да. Еду по... О, смотри, а можно туда залезть? Ты почти сейчас... Давай, 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 давай. Здесь много, где можно... Оу! О, почти, 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 почти. Так, они по нам почти стрельнули. Но не успели. Ага. Так, отлично, там лестница на здание. Там лестница на здание есть. Да. Там что-то кинули, гранату какую-то. Так, все, опа. Отлично, о, успели, успели. Охренеть, просто побоище какой-то. Отлично, просто. Валим, 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 валим отсюда. Филипп Марвин и кто там, Бумчик. Паша Бумчик, йоу. Да-да-да. Куда? Все, что ли? А вот есть дверь. Погнали наверх. О, я зашел в здание. Отлично, здесь склад какой-то. Но здесь ничего интересного нет, потому что там за нами охотятся. Погнали на вот отсюда. Давай. Сюда. Так. Фух, союзник обнаружен. Короче, я где-то здесь, ну что, блин, наверное, нам на этом можно заканчивать, да? Да, мы сегодня вообще облазили везде, правда, мы ничего не получили в этом плане, ничего абсолютно. На мост попытались, ничего не получилось. Все дела. Ну да, в следующей серии, не знаю, что-нибудь еще поделаем. Так, давай я тоже достану телефончик, так сказать, попрощаюсь. Так, ну как его достать? А, вот так. Отлично. Ну ладно, дорогие друзья, с вами были Кузак и Гара. Надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя серия. Прокинули! Ладно, ребят, всем пока. Да, всем до скорого, друзья. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Хотя Гарри не хотел говорить. Да ладно, друзья, всем удачи и всем пока.